Да, как уже сегодня докладывалось на приватном совещании, 23-24 августа у нас день прапора и день независимости Украины. В день флага будет традиционное поднятие флага, то есть в 9 утра, скорее всего, это будет Одесская областная администрация по их распоряжению, и в 10 утра это Одесский городской совет, тоже будет такое торжественное поднятие флага. По Дню независимости это опять же традиционное возложение цветов памятнику Тарасу Григорьевичу Шевченко в 10 утра. И на вот 10 часов, на 15 минут буквально, будет перекрыто движение по улице Мороздвижской для того, чтобы обеспечить просто безопасность участников возложения мероприятия. Это буквально 10-15 минут, и дальше транспорт будет ездить в обычном режиме. Плюс ко всему, это те мероприятия, о которых я сегодня говорил, уже не входят в распоряжение городского совета, но это общественная организация города, которая проводит свои мероприятия, которым мы активно помогаем тоже обеспечить безопасность и орг. Работу. Это и шествие захисників Украины наподобие как в Киеве, то есть участники АТО, ветераны, будут проводить свое шествие от оперного театра до Канатной, где находится мемориальный камень погибшим в зоне АТО. И там будет происходить тоже у них свое возложение цветов. Это мероприятие общественных там, казацких организаций города, которые будут проводить в горсаду свое мероприятие, тоже там, так сказать, ознакомливать одесситов с традициями украинскими, костюмами, так как это обычно проводится. И забег, общественная организация корпорации «Монстров», они проводят забег по трассе здоровья до того нового помещения, которое им предоставили безоплатную аренду, тоже привлечь внимание к своей организации и к спорту.